за святую Русь помолю. Вот это вот фотографию мне прислал из этого, видите, Исакова. Вот человек, я сейчас хочу, чтобы вы поняли, что учеба продолжается. Вот сейчас поменьше сделаем вот так. Вот, вот это вот так называемый Тумановский этот канал, да, вы уже знаете про него. Человек присылает очередную фотографию, ну, и тут 100%, любой из вас, из нашей команды напишет, лекарство только одно, бензопила. Все, ну можно топор, если бензопилы нет, это все. И вот что получается. Я прокомментирую Ольгу уже не в качестве, она это самое, а она все равно, она же как. Ну, сказали девчата, что они не смотрят. Ну, и не смотрят. Я просто использую этот материал для того, чтобы поменьше было. Люди совершали ошибок. Вот посмотрите. Впервые хвалю Ольгу Исакову. Впервые. Ну, что, вот когда человек вот это изобразил, тут столько советов было. Самый разумный был от Ольги Исаковой. Наполовину. Вот. И вот она пишет, я выделил. Ну что, прямо-таки все на воробьев напали? Нету совершенно ни при чем. Почему? Потому что были такие специалисты, которые считали, что вот это все вина воробьев. Это наша система дурь. И вдруг я впервые слышал разумные слова. Они ни при чем. Вот. А дальше пишет, на 59%, ну это, видимо, образно, там, может, 49, может, 29, может, 79, ну, захотелось 50, пусть. Человеческий фактор. Не обрабатывали крону, не белили штамм, не залечивали морозобоины. А я вот когда смотрю, да, это Тимошка оборачивает абрикосы, вот в этом саду морозобоин хватает, но они почему-то, это самое, не убивают деревья. Вот штамм не белится. Морозобойны ни одну никогда не залечивали. Вы видели за сотни фотографий, и у меня тысячи еще подготовлены. Я к чему говорю? Сейчас скажу. Значит, понимаете, у нее получается так. Вот до сих пор я говорю, молодец, Ольга, наконец-то хоть муравьев оставит в покое. Вот. Первые. И вдруг, вот понимаете, они все считают так, что это причина того, что... Именно, что человек не обрабатывал. Я продолжаю утверждать наоборот, Ольга, что причина здоровья деревьев, то есть не причина, а следствие здоровья деревьев то, что никто не обрабатывал почву. Понимаете? А по ее надо было обрабатывать. Не белил штамп, не залечивал морозобой, и тогда дерево будет, такого дерева никогда не будет. Видите, у нас противоположные взгляды. Вот почему-то вот дерево родится, вот у меня столько этих фотографий, да. Вот если бы вы видели в целом, ну, где-то соток 50 сад. Ну, не все, конечно, такой сад. Ясно, не у всех. Вот. Я просто как-то так подумал. Вот как можно даже 50-сотый сад обрабатывать почву, то есть держать черный пар. Ну, советовать можно. Ну, самой, ну, хоть бы это Ганечкина, Платонова, которая вот это, дуревается на экране столько раз, что я уже устал их высмеивать. И это. И как можно бесконечно обрабатывать? И зачем эта профилактическая обработка? Видите как? А вот здесь получается так. Вот человеку надо найти, объяснить, найти причину. И все. А вот оно что. Не обрабатывали, не белили. Нельзя белить штамп. Вы понимаете, вот белить штамп, чтобы не было этого, как называется, якобы перегрева. Да зима же у нас в Сибири, у нас же север России, север планеты, Москва, везде. Нельзя белить только по одной причине, что тогда зимой он не нагревается, потому что он должен, у него кора от природы темно-коричневая, ну, с оттенками. Это природное, это дает возможность выжить. Побелил, поры закупорил, прекратилось это самое, напрямую
кора не дышит. Ну как это еще объяснять-то? Она просто закупорена, она не дышит, начинает гнить. Потом кончается. Ведь дело в том, что она захотела и написала, не белила, не залечивала. Мне кажется, белила. А если наоборот белила, тогда чем это? Вот зачем вот такие советы давать?